Здравствуйте, меня зовут Ксения Куценко, я практически прошла курс обучения базовый, это мой первый курс, и, в общем-то, очень понравился сам процесс и, наверное, результат. Но ожиданий, наверное, никаких не было, потому что я вообще не знала, как это будет, что это будет. С писательством, со сценарным мастерством никогда не было связано. Поэтому просто хотелось понять, мое ли это, получится ли это и как это все делать. Да, поняла, понравилось и поняла еще, что надо учиться развиваться дальше. То есть вот следующая цель – это какое-то, наверное, либо самообразование, либо образование дальше, чтобы не потерять то, что приобрела. Эмоции только положительные и от процесса, и от знаний, и, в принципе, от всего, что происходило. Знания, конечно, теоретически все получила, наверное, те, которые нужны. Ну и, соответственно, практика. И обратная связь тоже важна. В каком направлении двигаться, где твои ошибки, что следует делать, чего не следует делать. По времени прохождения курса стал, ну, какой-то, естественно, неотъемлемой частью, потому что домашние задания, что-то ты еще записываешь. То есть это стало настолько органично вливаться во всю остальную жизнь, все, что я до этого делала и делаю. Вот это новое, этому я очень рада.